Здорово, ребят! Выход Days Gone на ПК состоялся 17 мая, и лично я ждал эту игру очень сильно, ибо когда она вышла, она была эксклюзивом на PS4, и я очень хотел в нее поиграть. С виду Days Gone достаточно красивая игра, но разработчики приятно удивили ПК-бояр, сделав, не побоюсь этого слова, просто фантастическую оптимизацию. Несерьезно, игра запускается даже на 7-летних видеокартах с 2 гигабайтами видеопамяти. Игровой процесс на них очень даже играбельный, что очень большая редкость для игр 2021 года. Так вот, мне стало интересно, какая видеокарта нужна для того, чтобы поиграть в Days Gone хотя бы в 30 FPS в 1080p? И да, на мой взгляд, этой видеокартой является RX 550. Она сможет обеспечить более-менее стабильные 30 кадров, и некоторые ползунки графики можно будет даже поднять с низких. Для игры в 720p подойдет GTX 650 Ti и аналогичная по мощности AMD Radeon HD 7790. С этими видеокартами могут возникнуть подлагивания, но опять же таки видеокартам больше чем 8 лет, а игра вышла недавно, поэтому грех жаловаться. Но вот для комфортной игры в 1080p подойдет или GTX 1050, или RX 460. Эти видеокарты смогут обеспечить комфортные 40-50 FPS даже на средних настройках графики, а иногда даже немного выше. Ультра настройки в 1080p сможет дать видеокарта GTX 1650 или RX 470. Как я и сказал, игра оптимизирована просто отлично. Если вы успели прихватить себе перед майнинговым бумом более-менее нормальную видяху, то с Days Gone у вас точно не возникнет проблем. Лично я прохожу игру на ноутбуке с 1050 и могу сказать, что в 1080p имею более чем комфортные 30-40 FPS. Но если видео понравилось или было тебе полезным, ставь лайк, ну и подписывайся.